наша покупка, как пишет накладная, это туалет «Золотая клетка». Ну, посмотрим. То есть был он запакован в пластиковую упаковку с остальными товарами. То есть какой-то особой упаковки нет. В принципе, он очень простой в сборке и достаточно удобный. То есть вот это угольный фильтр, он ставится сверху. В принципе, собирается туалет очень просто. Сейчас мы его... Вот так вот. Что у нас здесь есть? Вот сюда мы кладем фильтр. Вот тут есть лопатка. Вот такая вот. Так, это все закрывается. Вот. Вот это вот для... зашел, вышел, то есть в принципе легко, не создает никакого звука. Вот, думаю, что достаточно вместительный, кошке должно быть удобно.